Власти Ненецкого округа нефтяная компания «Лукойл» определили направление сотрудничества на 2018 год. Подписи под протоколом к соглашению о сотрудничестве сторон поставили Александр Цибульский и Вагит Алекперов. Церемония подписания прошла в Москве. С подробностями Мария Владимирова. Подписанный протокол к соглашению на 2018 год уже четвертый по счету. Согласно документу, «Лукойл» выделит Ненецкому округу средства на реализацию социально значимых проектов. При поддержке нефтяной компании в Нарьян-Маре будет благоустроена историческая часть окружной столицы – улица Смедовича. Установлены детские и спортивные игровые площадки, профинансированы культурные, спортивные и молодежные мероприятия. Также протоколом предусмотрено укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений, трудоустройство жителей региона, поддержка коренных малочисленных народов Севера. Мы долгие годы уже работаем на территории Ненецкого автономного округа и являемся друзьями, жителям округа, потому что эти годы нас связывают и преодоление совместных трудностей, и формирование инфраструктуры городской. Компания останется надежным партнером руководства Ненецкого округа в вопросах не только производственного развития и увеличения налогооблагаемой базы, но и в вопросах решения социальных вопросов населения на территории округа. Как всегда, традиционно рассматриваем компанию «Лукойл» как надежного партнера Ненецкого автономного округа. Нам приятно, что отношения с компанией у нас выстраиваются в соответствии с экономической ситуацией, в соответствии с планами экономического развития округа. Мы рады, что компания «Лукойл» очень ответственно относится к своему пребыванию в округе с точки зрения обеспечения каких-то социальных проектов внутри округа. Мы со своей стороны обещаем, что будем также ответственно относиться к той поддержке, которую компания оказывает социально-экономическому развитию округа. В этом году компания «Лукойл Коми» станет генеральным партнером ежегодных соревнований на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Челенгарова «Буран-Дэй». Дочерние предприятия «Лукойл» выступают постоянными партнерами этих соревнований с 2003 года. Мария Владимирова, телеканал «Север».